Здравствуйте! В этом ролике познакомимся с базовым функционалом UDS. И начнем с операций. Операции можно проводить в приложении UDS Кассир, можно проводить через интеграцию в учетной системе, но для демонстрации воспользуемся операцией, проведенной в UDS Admin. Нажимаем кнопку «Провести операцию». Здесь нам необходимо ввести код клиента. Для этого открываем мобильное приложение клиента, и клиент демонстрирует нам код 668-613. У клиента сразу есть вступительные бонусы, бонусы на первую покупку. Допустим, укажем сумму счета 1000 и спишем бонус. Нажимаем кнопку «Продолжить» и «Провести оплату». Как мы видим, у нас появилась первая операция. Можно по ней посмотреть детальную информацию. Можно удалить операцию, либо сделать возврат по операции. После проведения операции сразу автоматически появляется клиент в нашей клиентской базе. Можно также по нему посмотреть детальную информацию, начислить бонусы, списать бонусы, либо изменить статус и также посмотреть его операции. Зайдем в мобильное приложение клиента. После проведения операции у клиента отображается возможность оценки для обслуживания. Ставим 5 звезд и пишем наш отзыв. Нажимаем кнопку «Отправить». После того, как клиент оставил отзыв, в нашей консоли в разделе «Оценки отзыва» отображается данный отзыв. Мы можем его просмотреть и на него ответить. Нажимаем кнопку «Отправить». Вся переписка с клиентом отображается в разделе «Сообщения». То есть, если клиент нам может снова написать или ответить, и мы начнем переписку с клиентом. Ответ на отзыв у клиента отображается в разделе «Сообщения». Также по различным сообщениям и начислениям бонусов приходит клиенту пуш-уведомление. На этом все. Спасибо.